Всем привет, дорогие друзья! И сегодня в этом видео я вам расскажу, почему полезно есть бананы не только до тренировок, но и после. Итак, вот почему не стоит бояться кушать бананы до и после спортивных занятий. В бананах содержится калий, который теряется вместе с потом на тренировках. Поэтому после занятий спортом он способен восполнить потерю этого важного для организма вещества. Если кушать банан перед тренировкой, то он продлит вам энергию. Соответственно, занятия станут более качественными. После изнурительных тренировок нашим мышцам необходимо восполнить запас гликогена. И с этой задачей прекрасно справляются бананы. Вещества, содержащие в бананах, способствуют росту мышц, поэтому их полезно кушать до и после тренировок. 1-2 штуки за 30-40 минут до занятий и спустя 15-20 минут после тренинга. Бананы предотвращают разрушение мышечной ткани. Бананы полезны для сердечной мышцы, поэтому они полезны при усиленных тренировках. Магний, который содержится в бананах, способствует расслаблению наших мышц. Снимают напряжение, способствуют устранению бессонницы после изнурительных тренировок. Утоляют чувство голода после тренировок, поэтому вы избежите плотного перекуса, из-за которого снижается нужный результат от занятий. Бананы укрепляют кости, что в свою очередь помогает избежать различных травм на наших тренировках. Если вы все же еще думаете, можно ли есть бананы до и после тренировок, то ответ – да, можно. Хотите дать еще большую подпитку своим мышцам? Тогда после тренировки выпейте бананово-молочный коктейль. 2 банана плюс 1,5 стакана нежирного молока. Смешать при помощи блендера. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья. Пока.